Собачки смотрелись. Хорошенькая. Сегодня мы пришли в парикмахерскую. Да. Мы будем стричь Жюстин. Жюстин. Бонжур. Куда мы пришли? Не бойся. Это салон такой. А салон такой. И еще пришла собачка сюда. Ой, смотри, хорошая. Осторожно. Окей. И как по-французски парикмахер? А, кофер. Жюстина, если это женщина? Un coiffeuse. Если это женщина, это un coiffeuse. Нет, нельзя на ручки собачку брать. А прическа по-французски это? Un coiffeur. Сегодня мы будем делать Жюстин un coiffeur. Когда мы пострижем Жюстин, мы покажем вам результат. И вы скажете нам в комментариях ваше мнение. Собачка что-то разволновалась. Что такое? Давкать на тебя, ой. Смотри, Алис. Ну вот, постригли Жюстин, и ты помаши. Тебе нравится, Алис, как Жюстин постригли? Привет. Всем привет. Тебе нравится, Жюстин? Понравилось? Быстренько повторим, как парикмахерская по-французски. Салон. Окей. Парикмахер. Месье, мужчина. А, кофер. И женщина. Громче. Un coiffeuse. Очень хорошо. И прическа. Un coiffeur. Un coiffeur. Ну-ка, покажи нам свою coiffeur со всех сторон. Ну, покажи сбоку хотя бы. Вот такая красивая coiffeur у Жюстин сегодня. Да? Ну, ладно, всем пока. Au revoir.